Не очень понятно. Вот и все дела. О, нет. Вот. Еще одна могила. Может пригодиться. Не очень понятно. Хорошая работа.
Эй, в этом районе пока опасно. Соблюдай осторожность. Спасибо. Я буду осторожен. Что, можешь сам о себе позаботиться? Меня не волнует, что ты здесь делаешь или откуда ты. Меня волнует только безопасность. Тех, у кого нет разрешения, я считаю грабителями. Если я скажу Северину на ферме, или если он увидит тебя, ты будешь немедленно арестован. В этот район вход запрещен. Что ты знаешь об этой области? Этот лагерь орден организовал для инквизиции. Для чего этот лагерь? Все отряды доставляют сюда артефакты. Кроме того, лагерь охраняет эти руины. Одни расположены здесь, ниже фермы, а другие подальше. В руинах опасно? Какие-то твари выползают из руин и распространяются повсюду. Расскажи мне больше об этих руинах. Не могу, правда. Я ведь простой стражник. Если ты хочешь узнать больше, поговори с Северином. Впрочем, не говори с ним. Ты не состоишь в ордене и не уполномочен. Пока не захочешь присоединиться к ордену, держись подальше от белых мантий. Я направляюсь в город. Ты хочешь войти в город? Ну, если ты хочешь этого и не хочешь, чтобы инквизиция отправила тебя в монастырь, не входи в главные ворота. Они сразу тебя схватят. На юго-востоке есть другие ворота. Их охраняет Лита. Но если дашь ему пару золотых монет, он тебя впустит. Спасибо. А ты видел, как руины поднялись из-под земли? Сам я не видел, но много слышал об этом. Все началось с землетрясения, и руины проросли из-под земли по всему острову. Что? Thank you.
Thank you.
Ты ведь настоящий? Конечно, я настоящий. Прости, прости. Чем дальше, тем сложнее становится различать. Кто ты? Меня это... зовут Леоном. Леон, ты, кажется, нервничаешь слегка. Что ты тут в глуши делаешь один? Ищу что-нибудь, чтобы перекусить. Ты уверен, что это все? Конечно. Я ж охотник, в конце концов. Вот, охочусь. Ты не похож на охотника. Ну, не похож. И что я могу с этим поделать? Давай, выкладывай, чем ты тут занимаешься на самом деле. Ну ладно, ладно. Я искатель сокровищ. Слышал, что в развалинах тут полно всякого. Хочу вот подзаработать. Я даже обзавелся киркой и лопатой. Хватит врать. По глазам же вижу, что обманываешь. Ты от меня так просто не отстанешь, да? Ни за что. Ну ладно тогда. Только ты все равно мне не поверишь. Прямо перед тем, как Орден запер Харбортаун, мне начали кошмары сниться. Потом еще хуже стало. Я начал видеть призраков, слышать голоса в голове. Я сбежал из города, но тут легче не стало. Я уже 100 лет не спал нормально. Все время голоса, что-то нашептывают. Эти привидения, блуждающие призраки, от меня так просто не отстанут. Можешь что-нибудь еще про этих призраков рассказать? Я тебе правду говорю. Если не веришь, сам тут ночь проведи. Какое у тебя будет лицо, когда лорд Патроскон тут появится? Что ты можешь мне рассказать про лорда Патроскона? Да. Когда он появляется, я слышу в голове его ужасный шепот. Он говорит чудовищные, чудовищные вещи. Если они тебя одного преследуют, то ты, ясное дело, что-то натворил. Я нашел в лесу это странное кольцо. Просто нашел, понятно? Ни у кого не крал. Оно там лежало. С тех пор и их вижу. Покажи мне кольцо. Вот. Наверное, это кольцо принадлежало им. А мертвые не любят, когда трогают их вещи. Черт побери! И что мне теперь делать? Может быть, я решу твою проблему с призраками. Правда? И как ты это будешь делать? Направлюсь в башню. Посмотрим, что там такое. Это было бы здорово. Не знаю даже, сколько еще я смогу вынести. Кому принадлежит эта лачуга? Мне. Теперь. Значит, ты ее занял. Ты думаешь, красть чужой дом? Это нормально? Слушай, ты сам видишь. На этом острове все вверх дном. Меня тут никто пока не беспокоил. Хозяин либо помер, либо отправился в монастырь. Да уж, похоже на то. А как ты из Харбортауна выбрался? Через стену перелез. Так просто? Ну, просто. Если не считать того, что тебя никто не должен увидеть при этом. Я нашел вассальное кольцо лорда-призрака. Точно такое же, как твое. Получается, мои призраки действительно как-то связаны с этим кольцом? Похоже на то. Лучше б я эту чертову штуку даже не трогал. Как думаешь, может, колец больше? Что если у каждого призрака есть такое? Ты не знаешь, откуда берутся эти призраки? Нет. Ну, мне снятся башни. К северу отсюда есть разрушенная башня. Вдоль западного побережья еще башни есть. Может быть, они оттуда и появились.